течение летнего периода в общеобразовательных организациях ведется большая работа по подготовке к новому учебному году. Важным условием готовности является техническое состояние самих зданий, обеспечение безопасности детей. В настоящее время в Словате функционируют 18 школ. Ежегодно, благодаря программе поддержки местных инициатив, в школах выполняются капитальные ремонты, направленные на устроение течек крови, повышение температурного режима в помещениях, утепление фасадов, замена оконных блоков. Кроме того, во всех образовательных организациях проводится косметический ремонт в классах, коридорах, спортивных залах. За летние каникулы мы стараемся по мере возможности, по мере, так сказать, финансов, мы стараемся проводить косметический ремонт. Приемная комиссия осматривает все учебные кабинеты. Наличие маркировки, соблюдение температурного и форточного режимов. Все провода должны быть в кабель-каналах. Обязательно соблюдение питьевого режима, наличие фонтанчика. Соответственно, нормам СанПина нужное количество рукомойников у столовой. Особое внимание проверяющие уделяют антиковидным мерам и обеспечению пожарной безопасности. Сотрудники ГИБДД в первую очередь обращают внимание к готовности общеобразовательных учреждений к работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. При приеме образовательного учреждения в первую очередь мы проверяем уголок ПДД на наличие картинок, правил дорожного движения, чтобы наглядный пример был для детей. Затем схема безопасного маршрута, которая должна быть на входе, где доступна была бы для и как детей, так и взрослых. Ну, естественно, документация правил дорожного движения, которая для занятий нужна. Разметка, чтобы обновленная была. Не остается без внимания прилегающая территория школ. Проверяют целостность ограждений, чтобы на территории не было посторонних и травмоопасных предметов. И как итог, все образовательные учреждения города готовы к новому учебному году и уже ждут своих учеников. Лилия Шиниязова, Иван Татауров, телекомпания «Слават».